Жил на свете чудак по имени Икар. Все его соседи, умные люди, уже нашли свое место в жизни и теперь посвящали досуг философским беседам о смысле бытия и прочем. А этот был чудак. Увидев падающего Икара, умные люди задумались. И один из них, самый умный, сказал: «Квод лицет Йови, нон лицет Бови. Что можно Юпитеру, того нельзя быку». Так родилась первая неоспоримая истина. «Одежки протягивай ножки», — возвестил второй мудрец. И мир обогатился еще одной истиной. «Тише едешь, дальше будешь», — предупредил третий мудрец. Не зная броду, не суйся в воду. Всяк сверчок, знай свой шесток. Выше головы не прыгнешь. И еще много других назиданий, достаточных, чтобы уберечь от ошибок все грядущие поколения. И вдруг случилось чудо.
Вот лицет, Йори, нон лицет, Борик, вот лицет, Йори, нон лицет, Борик, нон лицет, Йори.